Продолжаем? Да, продолжаем. И продолжаем. Очень, очень мы сейчас ярко... Друзья, это Бомбей, ваш любимый костюм. Да, это хит продаж. Надь, ты помнишь, впервые, когда появился Бомбей, мы все сразу начали с удовольствием разглядывать его, примерять. Он безумно стройнит. Вы знаете, такое редко встречается, Надь, мне это очень нравится, когда спортивный костюм может стройнить. Спортом тобой... не надо заниматься, да? Итак, смотрите, я держу в руках фиолетовый цвет, далее васильковый. У Оли в руках классический темно-серый, но это еще не все. Наши модели тоже решили вспомнить молодость, заняться спортом. Давайте посмотрим на них прямо сейчас. Давайте посмотрим на наш марафон, который демонстрируют наши девочки в Бомбеях. 1999 рублей. Это полностью костюм. Девочки, ну, сели, встали. Раз, два, раз, два. Слушай, вот комфортно. И вот зря девочки гимнастикой занимаются. Им худеть не нужно. Костюм их уже стройнит, правильно? Да, абсолютно с тобой согласна. Тем более, где вы найдете спортивный костюм на 62 размер в магазинах? Нет их. Они заканчиваются на 46-м. Полукеды, пассаж ажурные и, да, ажурные обоих девочек. И выбирают они цвета. Сейчас на вашем экране темно-синий классический королевский, а есть еще баклажан. 5 цветов на выбор, размерный ряд от 46 до 62 размера. Внимание, любимые телезрители, звоните в наш колл-центр, уточняйте, есть ли ваш размер в наличии. Звоните, звонки бесплатные. Ну что ж, давай рассмотрим его более подробно. Давай, в чем секрет стройности? Так, секрет стройности, поскольку у нас костюм состоит из двух частей, верхней части секрет стройности у нас за счет вставки. Смотри, какую талию делает наша контрастная вставка. По бокам мы как будто срезаем по 5 сантиметров. Развернитесь, девочки, покажите лампасы на брюках. А лампасы на брюках добавляют стройности бедрам. Мы выигрываем, у нас стройная талия и у нас стройные бедра. Да, ты посмотри, действительно, вот прям вот растаяли наши ножки на глазах. Это здорово! Лидер продаж 2015 года сегодня, сейчас, в 5 цветах на выбор. Но... смотрите, какая достойная цена сегодня действует на Бомбей. Скидка 1000 рублей. Надь, ты знаешь, вот все-таки, когда мы говорим про спортивный костюм, мы говорим о комфорте. Мы говорим сначала о комфорте, а потом, Оль, посмотри на расцветку. Это же элитный, это авторский костюм. Если вы хотите эксклюзивный костюм, не похожий ни на что, выбирайте костюм Бомбей. Кстати, поддерживает эту идею также и высокое качество исполнения. Вы только полюбуйтесь, все швы ровные, красивые. Оторочка, не придерешься. Смотрите, лампасы какие эффектные. Друзья, в этом костюме, я сейчас не шучу, можно отправиться на какое-нибудь праздничное мероприятие. Ну, например, едете к родственникам, возьмите с собой костюм Бомбей. Вы будете самая красивая, вам все будут завидовать. Бомбей возьмите свой, забирайте все сегодня из нашего эфира. Еще раз, любимые наши телезрители, красавицы наши. Еще цвета, смотрите, темно-синие. Марина выбирает и показывает вам, как достойно, красиво выглядеть можно даже в спортивном. В спортивном удобном костюме. Повернись спиной, Марин, мы хотим посмотреть, что там сзади. На дизайн хотим посмотреть. Да. Вау! Песочные часы, талия на месте, бедра на месте. Все правильно, Марина, молодец. Марина, 52 размер, мне даже стыдно об этом говорить. Да 48, не больше. Самое главное, грамотно подбирать одежду. Мне нравится, Надя, что на нашем телеканале даже домашняя одежда для комфортного пребывания стройнит. Угу. То есть без всяких диет мы стройнеем на глазах, правильно? Угу. Согласна с тобой. А это очень актуально, ведь после Нового года, как правило, мы, ну... прибавляем пару-другую килограммов. Оливье, тортики. Скажи, пожалуйста, что за ткань? Вот она прекрасно тянется. Это вискоза. Оля, ты видишь, что она подтягивается, струится по телу, приятная на ощупь, высокое качество. Яркие краски не покинут этот костюм даже после стирок многочисленных. Друзья, стирайте столько, сколько надо. Поэтому сразу запаситесь, двумя цветами, да, чтобы уж на каждый случай был свой Бомбей. Спешите!